Ladies and gentlemen, referee Jacob Montalvo has called a stop to this contest at 3:09 of round number 2. Declaring the winner by TKO, Magomed Ankalaev. Я с победителем Магомедом Анкалаевым. Это была очередная очень впечатляющая победа. После этого ты окажешься в самом топе дивизиона и будешь одним из главных претендентов после такой победы над Энтони Смитом. Насколько ты доволен своим выступлением сегодня? Конечно, мне этот бой был очень важен. Я готовился усердно. Он хотел мне устроить здесь драку. Мы показали вам, кто здесь свой. И еще, конечно, я очень благодарен, что выиграл сегодня. Благодарен своему тренеру, всем братьям, которые переживают за меня. Так что мы идем только вперед. Энтони Смит сломал ногу в первом раунде, после того, как ты чекнул один из его ударов. Его сейчас повезут в больницу. Скажи, ты понял в поединке, что у него что-то не так с ногой? Что-то с ногой случилось. Нет, я не знал. Ну, кто ее сломал? Он же об меня ударился. No, I didn't know about that, but who do you think broke it? He hit me. Да, ну что ж, поздравляем тебя с потрясающей победой. И будем ждать твоего следующего поединка, скорее всего, за статус главного претендента. Скорее всего, ты будешь сражаться за главную позицию в этом дивизионе. Да, это, наверное, вы скажете уже, сколько раз еще должен выиграть, чтобы я дрался за пояс. Скоро мы это узнаем, сэр. Поздравляю. Магомед Анкалаев, леди и джентльмены.